Великой Победе посвящается. В Театре фольклора «Разгуляя» восстановили музыкальный спектакль «Прощание славянки». Эта постановка была создана еще 9 лет назад, в канун празднования 60-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Долгое время артисты не рассказывали со сцены о войне, и вот теперь вновь запели фронтовые песни. Послушал их и Алексей Дудин. Хоровое пение и сольные партии, постановочная хореография и танцевальный интерактив. Каждая сцена музыкального спектакля «Прощание славянки» возвращает зрителей к военному времени и позволяет вместе с артистами пройти по трудным героическим дорогам войны. На поворотах знакомые мелодии «Давай закурим», «На позицию девушка» и, конечно же, «Синий платочек». Каждая военная песня, она как бы трогает за душу, и нет такого, что какая-то больше нравится, какая-то лучше, какая-то хорошая, какая-то плохая. Они все одинаковые, все хорошие. Мы ведем с семьей свою книгу памяти. Мы нашли всех своих дедов-прадедов. У деда любимая песня «Их дороги». И когда она звучит, я не могу ни на репетиции, ни на концерте. Я всегда плачу, всегда перед глазами его образ. Вместе с артистами плачут и зрители. Если школьники еще не до конца понимают всей скорби и глубины военных песен, то старшее поколение сопереживает тому, что происходит на сцене, всей душой. Спектакль очень хороший, очень понравился. Все вспоминание всколыхнуло даже в груди. Артисты – это счастье, что они у нас есть. И Россию никогда никто не победит. Никогда. Показ музыкального спектакля «Прощание славянки» возобновили 20 апреля. Проходит он в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы». В разных городах страны творческие коллективы рассказывают о самых страшных военных годах, о мужественных солдатах и нелегкой доле матерей, жен и детей. У нас это не один спектакль. К следующему году мы восстанавливаем второй спектакль, который посвящен этой же дате. Это спектакль «Священная война». Вот. Я думаю, что этот цикл этих спектаклей будет идти в течение всего года и того года, потому что действительно грядет большая дата, 70 лет. Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал.